Как иногда хочется оторваться от суеты, уехать в деревню и заняться каким-нибудь ремеслом. Взять кусок глины и слепить что-нибудь похожее на гжель или смастерить что-то из дерева. Людей всегда тянуло к истокам. В нашей стране, богатой лесами, резьба по дереву известна с глубокой древности. Древесина играла важную роль в быту крестьянина. Из нее строили дома, делали посуду и различную домашнюю утварь. Со временем у человека появилось желание украшать свое жилище, делать бытовые изделия красивыми. Тогда и возник этот промысел. Резьба по дереву не забыта и сегодня. Живы в российской глубинке мастера, владеющие ее старинными секретами. И у каждого мастера есть своя история, своя дорога к ремеслу. Я с малых лет работал все время. Писал и маслом, и акварелью. Это ко мне вошло в душу. Тому, что именно дерево станет его призванием и увлечет на долгие годы, Виктор Владимирович пришел не сразу. Когда в 1974 году начал возрождаться народное творчество, все бросились вырезанием. Не вырезанием, а выжиганием. Мне это не понравилось. Но ввиду того, что я на Кавказе родился, жил, я знал методику чеканки. Я стал заниматься чеканкой. Но для этого надо воровать металл на заводе. Я бросил это дело. Я был как раз начальником конструкторского бюро. У меня было 16 человек. Была такая Плакиткина Галя. Она мне подарила небольшую работу. Я говорю: «Галь, где ты купила?» Я говорю: «Сама сделала. Приходите, я вам покажу, как это делать, и вообще-то». Я пришел к ней. Она меня снабдила этим шпоном разных пород древесины. И вот я начал все это делать. А тут был такой работник, тоже художник, он как-то пришел и говорит: «Ты где купил?» Я говорю: «Сам сделал». «А ты хочешь познакомиться с городецкими резчиками?» Я говорю: «Хочу». Поехали. Тогда машина у меня была, приехали туда. Зашли на второй этаж, там это у них комнатка, где они работают. Они мне показали, как это все это делается. Показали, какой инструмент и все это другое. Это все пошло, вот все эти картины. И они меня увлекли. Когда приглашают там, на день рождения, туда тащу в подарок. До свадьбы тащу. Свои работы Виктор Владимирович почти никогда не оставляет себе, все раздает. И природа такая же щедрая. Удивительно, что дерево, даже после того, как его срубили, продолжает жить и давать жизнь или огню, или каким-то новым существам, но только внимательный взгляд художника позволяет открыть в дереве новую жизнь. Я начал заниматься с 22 лет.
это примерно уже 25 лет занимаюсь. Мне нравится больше всего работать с липой. Но так как у нас липы не очень-то много, или она тонкая, а надо больше толстое дерево, то осина. Можно и сосну, и все что угодно. Но осина все-таки лучше поддается обработке. Под воздействием резца дерево превращается в разнообразные произведения, скульптуру или оригинальные предметы интерьера. Сколько времени нужно, чтобы создать такой шедевр? Всегда по-разному. Ну вот на это, допустим, ушло 2 дня, даже, может, и меньше. Ну, там ведь как, сядешь уже и это, не уходишь, потому что затягивает эта работа. Даже на раз это, пообедать не замечаешь времени. Вот только об этом и думаешь, как тут это, что, сфантазировать еще, может быть. Это я вырезал штучки уже по памяти, не то что по памяти, а от себя. Справедливым будет сказать, что резьба по дереву – это искусство, познанию которого можно посвятить всю жизнь, так и не раскрыв до конца все его возможности. Каждая порода дерева имеет свои особенности, а каждая техника – свои секреты. И сюжеты для своих работ каждый мастер ищет по-своему. Ну, да, я еще был молодой, тогда у меня были другие планы, другая фантазия была. Просто вот так вот спонтанно взял и вот решил, вот, делать было нечего, и решил вырезать такую голову. Безусловно, технический прогресс не мог не отразиться на резьбе по дереву. Ее научились выполнять машинным способом, но большинство мастеров относятся к этому с долей иронии. По их мнению, так невозможно передать дереву частицу своей души. А это, говорят, самое главное.